Об усилении ветра предупреждают жители региона МЧС России по Алтайскому краю. В первый рабочий день после новогодних каникул синоптики обещают метели и мокрый снег. Увеличение осадков прогнозируют в северных районах региона. Там ожидается потепление в среднем до минус 10 градусов. На юге края сегодня будет еще теплее. В некоторых территориях температура может подняться выше 0. В течение дня усилится ветер, местами до 17 метров в секунду. В краевой столице 9 января всего минус 6 мороза. Из-за гололеда водители просят быть осторожными на дорогах. Такая теплая погода продлится до пятницы. В выходные температура вновь опустится в среднем до минус 20, а затем немного потеплеет вплоть до крещенских морозов.